А я у салют всем, с вами Stamos Bro, сегодня мы будем слушать трек Гуфа и АВГ, который называется «Спонсор твоих проблем». Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Погнали слушать фиточек. Гуф, ну, что сказать про Гуфа. За последнее время мне не очень заходят какие-то его треки. Скорее не заходит, чем да, потому что есть какие-то странные вещи, есть нормальные куплетосы. На альбоме со Смоки Мо были нормальные куплеты, были также, которые мне не зашли. Не знаю, как-то неоднозначно я отношусь к этому, к его творчеству в последнее время. Но тут у нас фит с АВГ. АВГ это кто? АВГ это с Джейконом. У нас тандемчик такой есть, который делают такое кальянный рэп. Местами там перекликаясь где-то с лирикой. Делают прикольно, интересно. Вот. И тут фит. А мы сейчас заценим его, это новиночка. Погнали. Все надоело, я в полном адеквате, но всему есть свой предел. Куда так топишь, малая? Пожалуйста, сбавь обороты, я все понимаю. Скажи, может случилось что-то? Может быть, нам стоит отдохнуть друг от друга? А, хотя бы неделю ты поживешь у себя. Я потусуюсь с парнями, обещаю, жестить не буду. Мы соскучимся нереально и снова все будет круто. Я надеюсь, что все будет круто, но в данную секунду мне охота убежать отсюда. Охота бежать, куда глаза глядят, бежать куда угодно, главное подальше от тебя. Это все неправильно, и что вообще происходит? Мне ведь все так нравилось, а сейчас всегда на взводе. Ты не виновата, по-любому тут дело во мне. Я же Леха Долматов, со мной всегда как на войне. Может быть, нам показалось, как в той старой песне, мы плохого не замечали первое время вместе. Клянусь, мне было хорошо это время с тобой, но задумайся, ты уверена, что это любовь? Помню, она плакала, я смеялся над ней, она прятала алкоголя, я делал ей больнее. Я завалился спать, и как уехала, не помню. Да и похуй, завтра найду себе новую. Куплетос Гуфа, я так понимаю, о бывшей его жене. Они вроде развелись, или развод какой-то у них там, что-то такое, короче. Я не особо, честно говоря, слежу прям за этим, но я так предполагаю, что это как раз про эту девушку. Ну, потому что Гуф всегда за трушечку, он считает все, что у него там в жизни происходит. В целом, наверное, куплет неплохой достаточно. Он может делать намного круче по тексту, по рифмам, как бы у него всегда там глагольчики, такое, там, дело во мне, я же Леха Долматов, со мной всегда как на войне. Да, но вот это вот немножечко такое, я завалился спать, и как уехала, не помню, да и похуй, завтра найду себе новую. Ну, это такое, типа, сам себя убеждает, что, типа, я завтра себе найду новую, а на самом деле переживает и любит, наверное. Ну, по крайней мере, я так думаю. Тут у нас сейчас хук начинает АВГ, давайте послушаем. Смеялся над ней, она прятала алкоголя, я делал ей больнее. Я завалился спать, и как уехала, не помню, да и похуй, завтра найду себе новую. Если закурю, то потужу, об твое сердце, да ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, мой вклад, твой стресс, топовый инвестор, попробуй найти замену. Прикол дни тут, если ожидай камбэк и смотреть твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Так, тут получается АВГ только на хуке. Слушайте, мне по тексту нравится, честно. По исполнению есть вопросики. О, все в стиле АВГ, но как-то вот не понравилось мне это немного. Она как-то так немного, было бы немножечко поплотнее, было бы поприкольнее, как мне кажется. В целом, если брать хук, он прикольный по тексту, он правда. Ожидаю камбэк и смотрю, ну вот получается, попробую найти замену, прикол гнить тут в кресле, ожидая камбэк и смотреть твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить себя уйти. Очень хорошо по тексту, прям очень нравится.
Очень круто. Давайте послушаем, я так понимаю, это все-таки трек Гуфа. Вот. Да? А, ну да, тут припев только АВГ. Окей, окей. Уйти. Доброе утро. Точнее, уже вечер, я одупляюсь, вспоминая вчерашний ситуэйшн. Помню, что был чем-то предельно выбешен, был в хламе полнейшем, но причины не помню вообще. Из-за чего поссорились, я тоже не помню. Из какого перепуга ее сейчас нету в доме. Почему я сегодня проснулся один? Почему она меня не разбудила? И я представил свою жизнь без нее. Как я буду тут один в этом доме моем? Звать пацанов поржать можно день-другой, но просыпаться одному не кайф, кто знает, тот поймет. Сейчас поеду извиняться, мне не привыкать. Я знаю адрес и милый букет в руках, и я верну ее. Могу поспорить, дом Гуфита, мазафака, зря вы на меня гоните. Хорош, блин, ну, в целом, трек, скорее мне нравится, чем нет. Опять же, он просыпается, думает о том, что вот, блядь, я проснулся, ее, короче, нет, куда она делась, все-таки, и, ну, я так понимаю, она уже все, собрала вещи, ушла. Вот, и он поехал за ней, чтобы просить прощения, и уверен в том, что она вернется. Но черта с два, не все так просто бывает иногда. Мне скорее, наверное, эта тема близка, чем нет. Какие-то ситуэйшены были, конечно, в жизни, поэтому, ну, каждому, наверное, близко это. Вот, наверное, я считаю, что, ну, по тексту, старый добрый гуф. Вот это мне нравится, это хорошо. Сразу видно, написано от души, от сердца, а не просто на похуй. Мое мнение лично. А не там какие-то дисы там, пудели, хуюдели и прочее. Пень, блядь. Короче, слушаем еще раз хук АВГ. В руках, и я верну ее. Могу поспорить, дом Гуфита, мазафака, зря вы на меня гоните. Если закурю, то потужу, а твое сердце да ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, мой вклад, твой стресс, топовый инвестор, попробуй найти замену. Прикол дни тут, если ожидай камбэк и смотреть твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Если закурю, то потушу, а в твое сердце да ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, мой вклад, твой стресс, топовый инвестор, попробуй найти замену. Прикол дни тут, если ожидай камбэк и смотреть твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Еще минусовочка такая, как я люблю. По поводу припева АВГ, при повторном прослушивании он звучит лучше. Это значит, что если я добавлю себе этот трек в плейлист, то он мне уже будет нравиться вместе с припевом куплета Гуфа. Хорош, очень хорошо напев. Я не знаю, кто писал припев. Мне кажется, припев писал АВГ почему-то. Вот у меня такие есть ощущения, потому что, ну, он просто офигенный. Очень крутой припев. Если закурю, то потушу об твое сердце. Да ладно, травлю спонсор твоих проблем. Он еще, я, ну, еще и напеваю тут прикольно. Тут тоже есть напевочки. В общем, целом, трек мне понравился. Я ему поставлю, не знаю, может быть, если не 5, то там 4,5 из 5. Трек мне понравился. Трушечка. Гуф читает о своей жизни, о своей женщине, которая ушла, которую он пойдет просить прощения и в надежде то, что она его простит как-то, ну, не знаю. Простит, не простит. Гуф, желаем всего хорошего. А вам я желаю тоже всего хорошего. И ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пишите комменты, понравился вам трек или нет.
Пишите, главное, много комментариев. Не зашел трек, зашел. Хуйню я какую-то там делаю, блять, реагирую как-то плохо на треки. Пишите, все пишите. Негативные комментарии тоже комментарии. Лайки, дизлайки, вся хуйня. До встречи, пока.